В День Победы состоялась традиционная эстафета по улицам города среди школ и средних специальных учебных заведений, посвященная памяти Маины Степановны Гуровой, ветерана Великой Отечественной войны, основавшей эти зрелищные состязания. В эстафете приняли участие учащиеся средних общеобразовательных школ города, Отрадновской и Юрьевской волостей, а также студенты Угличского педагогического колледжа. Результаты оказались в известной мере предсказуемы. На первом этапе у нас был призовой фонд. И среди среднеспециальных учебных заведений первый на первом этапе был Смирнов Дмитрий, Отрадновская школа. Специальных учебных заведений Игорь Спиридонов. Прошу вас подняться на сцену и получить денежный приз в размере 300 рублей. Аплодисменты, пожалуйста, нашим участникам. Они очень долго трудились, готовились к этой эстафете. Первое место среди среднеспециальных учебных заведений завоевал Угличский педагогический колледж. Прошу вас подняться на сцену. Вам вручается переходящий кубок и денежный приз в размере 1000 рублей. Третье место среди школ города и села завоевала команда школы номер 7 с результатом 8 минут 11 секунд. Им вручается грамота и денежный приз 500 рублей. Второе место Юрьевская средняя школа с результатом 8 минут 2 секунды. Вручается грамота и денежный приз 700 рублей. Первое место награждается Отрадновская школа. Ей вручается переходящий кубок, грамота первой степени и денежный приз 1000 рублей.